Так, народ, всем привет. Сегодня ко мне на обзор попал BlackBerry 99 2.0. Моделька очень хорошая. Так, информация телефона. Так, сейчас мы будем смотреть, что там у нас в коробке. Это значит телефон, такая штучка, мануалы всяческие должны быть, коробочки, да, так и есть. Смотрите, что видим. Так, что у нас тут еще? О, даже чехол положили, круто. Так, здесь чего у нас? А здесь у нас детский класс. Тут у нас наушники разъемы 5 мм обычные. Потом USB кабель и зарядка. Вот она. Так, вот такая коробочка задней части. Вот такая вот она. На всяческих языках написано. Так, ну и соответственно сам телефон. Ну, телефон, конечно, просто супер. Сейчас мы посмотрим, как внешне вид. Телефон реально крутой. Рамка у него металлическая. Здесь именно так разъем. MicroSB 3,5 мм. Задняя крышечка под карбон сделана. Она так красиво переливается. Так не видно, правда, через камеру плохо. Но она переливается. У нее еще пленка есть. Что-то не хочет включиться. Телефон, конечно, выглядит супер. Вообще. Так, вот у меня клавиши здесь, качельки громкости. Это, я так понимаю, под это, под камеру кнопочка. Здесь он так облокируется у нас. Оп. И, кстати, он еще даже сенсорный. Еще вообще супер. Кнопочка. Кьюти клавиатура. Вот так вот у него все устроено. Необычный аппарат, эта кнопка тоже сенсорная, конечно, классный аппаратик, вообще по ощущениям в руке лежит просто супер. Wi-Fi есть, Bluetooth есть, ну в общем все как положено для современного смартфона. Уже успел даже пофотографировать здесь немножко. Так, это видео снимал. Нет. Ну, фотографии снимать хорошие. В общем, даже неплохо. Процессор, по-моему, этого аппарата 1,4 МГц. То ли 5, то ли 8 пикселей камеры, точно не помню, там что-то цепляло. Фотографии делаю, кстати, хорошие. Конечно, приятное впечатление от этого аппарата. Телефончик просто бомба. Так, сейчас проверим кнопочку для камеры. Да, кнопка. Да, аппарат, конечно, хороший. Заторовочка, когда он так включается, еще тоже, кстати, я сразу понял, что он будет делать. Вот так. Screen and keypad. Unlocked.
надо здесь нажимать вот эту вот кнопочку. Раз, и разблокировался. Заблокировался. Это аппарат хороший. Так, крышечка. Так, батарейка. Вспышечка есть. Все как положено. Так, заглянем под крышечку, под эту, под батареечку. Глянем информацию на самом телефоне. Вот она. Так, аппаратик, конечно, суперский. По 12-бальной шкале я ему дам так твердую десяточку, 10,5 баллов. Это точно. Этот телефон вполне заслуживает эту оценку, потому что внешний вид реально солидный, красивый. Очень хороший аппарат. Ну так, всем спасибо. До свидания. Так снимает камера BlackBerry 99 2.0. В принципе, очень даже хорошо. Смотрим.